на улице дождь, папа решил сделать себе салатик. Но с кофейком. Но Кира сказала что? Я хочу салатик. Что ты сказала? Я хочу салатик. А ну, еще раз скажи. Я хочу салатик. А почему? А потому что есть захотелось. Есть захотелось. Я же тебя спрашивал, хочешь есть или нет? Сколько? 30 минут назад? Я? Да. Недавно спрашивал. 30 минут назад. Зачем ты ешь мой салат? Я хочу твой салат съесть. Потому чтобы папе не достался салат, да? Нет, хочу салат. Вкусный? Угу. Еще и папиной вилкой огромной, да? Что может быть вкуснее? Там есть перец. Ты же не любишь перец. Там нет перца. Есть. Еще и посолил я, соленые огурцы сделал. Ты же не любишь соленые огурцы. Я не люблю пересоленные огурцы. Ты как Хрюшечка. Ешь, пожалуйста, над тарелочкой. Может, хватит, а? Такой вкусный, что остановиться не можешь, да? Все, можно мне доедать. А? Наелась? Что? А? Нет. Почему? Да. Ну почему, как только делаю что-то себе, ты есть хочешь? Почему, когда я спрашиваю тебе приготовить что-то, ты не хочешь? Потому что ты тогда не хочу есть. Как ты на окна наклеишь ночь? Ты не откручивайся от ответа. Непонятно. Когда же мне дадут поесть спокойно? То, что я хочу, да, Кира? Да. Когда? Когда хотите, тогда и давайте. Лучший способ отобрать вкусную еду, это отобрать у папы, да? Да. А у мамы что ты не отбираешь? Потому что мама ест нормально. Нормально ест? Да. А я ненормально ем. А ты с ребенком, Денис, мама работает, зарабатывает деньги. А папа не работает. А папа мало работает. Ничего себе мало. И так всегда. Забирают все самое вкусное, да? Верни салат. Ты что там? Салат верни. Я